Всем хай, с вами Айрон, и сегодня у нас будет обзор нового обновления в Car Dealership Tycoon в Roblox. Это обновление вышло на 1 неделю назад, но лучше поздно, чем никогда. Добавили очень много нового, 2 новые машины, старую гонку и много чего нового. Усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем! Вот первая машина из этого обновления. Она называется Porsche 953. Вот такой вот красивый Porsche. Стоит он 154 тысячи. Разгоняется до 260 км в час. 8,1 управляемость. АВД. 60 награда. И 2674 цена за милю. Давайте ее возьмем. По дизайну она мне очень нравится. Она очень хорошая, красивая. Особенно с этими новыми покрышками из этого обновления. Но мы потом еще о них поговорим. Мы сейчас поедем на трек-рейсинг. И когда мы доедем, мы продолжим наш обзор нового обновления. Вот начинается наш трек-рейсинг. Интересно, что эта машина покажет из себя на этом трек-рейсинге. 3, 2, 1. Погнали. 50 уже. 100 км в час летим уже. Давай. 200. Всего за 12 секунд проехали. Скорость 127. Ну, слушайте, для машины за 100 тысяч это неплохой результат. Если даже сравнить вот с этой машиной, когда год назад ее добавили, она немножко лучше. Ну, почти такая же, как и вот эта машина из нового обновления в Car Dealership Tycoon. И дальше мы начнем гоночку. Это у нас будет автострада. И когда пройдет 10 секунд, мы продолжим. Мы голосуем за один круг. Интересно, за сколько проедет вот этот Porsche 900-501? Давай, вроде бы неплохо едет. В принципе, можно пока что посидеть, подождать. Очень долго едем, но это простимо в машине за 150 тысяч. Слушайте, минута 16 секунд. Это хороший результат для такой машины, такого класса. Дальше мы начинаем эту гонку лед. С один круг голосуем. Кстати, о покрышках. Вот на этой именно трассе лед. Нужно серьезно покупать вот эти покрышки с шипами. Без них вы будете дрифтовать, вас будет заносить. И будете плохо проезжать эту трассу. А тем временем у нас начинается гонка. Сколько проедет? Немножечко не туда повернул.
Ну, слушайте, если бы меня там не развернуло, то, возможно, бы за 40 секунд эта машина бы проехала. И мы сейчас заканчиваем обзор вот этого Поршика и начинаем следующий обзор новой машины за 10 миллионов долларов. Дальше мы продолжаем наш обзор. И следующая машина у нас Hennessy F5. Она разгоняется до 469 км в час. Управляемость 9,3, РВД, 74 награда и 3259 цена за милю. Она стоит 10 тысяч долларов. Давайте ее возьмем. Она очень красивая. Мне она очень нравится тоже. Как машина. Она по себе очень интересная. По характеристикам она может даже тягаться с Bugatti Болид за 37,5 миллионов. Давайте же мы поедем на гонку, на Drag Racing. Когда доеду, увидимся. У нас началась гонка. 3, 2, 1. Интересно, что эта машина покажет? Давай уже, уже 200. Уже 200, хорошо. 250, 300. 300 почти. За 9 секунд проехали. 178 скорости. Неплохо. Неплохо. Давайте же мы начнем гонку вокруг всей карты. У нас начинается гонка. Я думаю, эта машина 100% лучше проедет, чем та наша прошлая. Поршик наш. Постараемся хорошо проехать. Без ошибок. Черт, 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 черт. Походу, я, наверное, это перезапишу. Да-да, я думаю, перепройдем эту гонку, потому что с такой ошибкой не поймем, насколько она лучше была. Лучше бы себя показала бы. Заезжаем еще раз. И опять на эту же гоночку. Сейчас я проехал без ни одной ошибки. Сейчас вроде бы хорошо едем. Я посчитал просто ненужным второй раз уже показывать тот же момент, который вы уже видели. И она проезжает за 46,2 секунды. Хороший результат. Мне нравится. Это обновление, оно очень прикольное. Мне оно очень понравилось. Прям под канун этого года. Вот такой у нас получился обзор на новое обновление в Car Dealership Tycoon. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока!